сегодня у нас тоже знаменательное событие. Мы встречаемся на традиционной игре «Зорница» здесь, в Рожново. И посвящаем ее нашему земляку, дважды герою Советского Союза, Виктору Николаевичу Леонову, прославленному морскому разведчику, которому приходилось вот именно в таких условиях снега, мороза, холода постоянно находиться в самом глубоком тылу врага для того, чтобы совершать диверсионные операции и помогать нашей Родине справиться с фашистским игом. На сегодняшний день мероприятия, которые проводятся, ваши группы составлены по принципу спецподразделений. Мелкими группами выполняет боевые задачи для того, чтобы не показать врагу ваше количество людей, быстро уйти с проведенных мероприятий, захватив пленных, захватив трофейное оружие, при этом постараться не потерять своих бойцов. И от вас очень много в будущем будет зависеть настолько, насколько вы проявите свои навыки, которые вы приобретаете в школе, которые вы приобретаете на тренировках, где вы занимаетесь спортом. И, конечно, итоговым таким моментом является вот проведение таких достойных мероприятий «Зорница». Зорница готова. Команда Алферовской основной школы к Зорнице готова. Команда средней школы номер 6 к Зорнице готова. Встать в строй! Направо! На выход прямо шагом марш!
Ком. Аусвайс, Питер Папира. Ты на меня идешь. Аусвайс, давай. Работай. Ты меня, все, делай. Давай. Вали. Оп. Стали, забираешь. Переворачиваешь. 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 Заламываешь. Есть. Все, помогает. Смотри, куда шарик. Только по команде огонь. Огонь. Через любые. Одно. Огонь. Два. Огонь. Три. Четыре. Огонь. Пять. Семь. Закончили с тобой. Девять. Нифига себе. Если бы еще одну зарядили, вам бы дали гранату кинуть. Давай, если сейчас кто-нибудь один стреляет, если попадает с первого раза, даю вам гранату. Туда? Посмотрим. А что, стой или кинуть? Как удобно. Как удобно. И вы записываете максимум 10 баллов себе без штрафа. Огонь. Красавчик. Гимназист? Да. 10. Обалдеть, единственный, кто 10. Максимум пока 4 будет. Так, давай. Выдергивочку. Зажимай. Это уже разлет-то. Выдергиваешь, ты левша? Да. Выдергивай. Все, и кидаю. Да. Ну, как-то так. Ой, понеси на память. Ну, там нормально расстрелял. Красавцы вообще, ребята, молодцы.
Тихо. Награждается команда Чулковской школы за лучшее обустройство стоянки. Пожалуйста, командир команды. Не пропадем мы с ними никогда. Накормят, обогреются, самые лучшие хозяйки. Награждается команда гимназии номер 2, отряд «Юнармия» за лучший результат на этапе стрельба. Награждается команда октябрьской школы за лучший результат на этапе ориентирования. Умеют ориентироваться, молодцы! Награждается команда Макеевской школы за слаженность в победе. Награждается отряд Октябрьской школы на этапе рукопашный бой. Показали лучшие себя. Награждается команда средней школы номер 1 на этапе метания гранат. Награждается команда Летуновской школы за лучший дизайн флага. Молодцы! Аплодисменты! Награждается команда гимназии номер 2, «Юнармия», на этапе «Борьба на лыжах». Награждается команда средней школы номер 6 за лучший результат на этапе «Разборка-сборка автоматов». Награждается команда Авдеевской школы на этапе медицина. Молодцы! Умеют оказывать медицинскую помощь. Награждается команда Успенского храма на этапе лыжная подготовка. Награждается команда Журавинской школы, показавшая лучшую экипировку на сегодняшних наших соревнованиях. Молодцы! Команда была вся в едином стиле. Награждается команда лицея номер 5 за хорошее снаряжение. Награждается команда Масловской школы за лучшее разведение костра. У их костра было теплее всего. Молодцы, быстрее всех развели костер. Нам не получать награды. Так, и награждается команда Алферьевской школы на этапе сборка-разборка автомата. Награждается команда Миндюкинской школы за волю к победе. Молодцы, не сдаются. И также приглашается Нина Армановна. Вот так, Арина. Ерновской школы за волю к победе. Уважаемые участники игры «Зорница», мы отметили лучших на этапах, но по итогам участия в нашей игре, как команда, занявшая наибольшее количество призовых мест на наибольшем числе этапов, отмечается отряд Журавинской средней школы. И каждому члену отряда Журавинской средней школы мы вручаем книгу Виктора Николаевича Леонова. Покажите, пожалуйста, Ирина Эрмедовна. «Лицом к лицу готовься к подвигу сегодня». Именно этим мы с вами и занимались 18 февраля 2018 года. Троекратная.
Ура! Ура!